Меня зовут Кулицкая Оля, я из Киева. Вообще, Чернигова, учусь в Киеве, в Киевском национальном экономическом университете. Выиграла $400. Вот, от CIB еду первый раз в Флориду. $400 too, so we're excited because of thanks for everything. Thanks for the sense. Words. Thanks to my dear friend, this year I won $400, and I want to thank CIB for great opportunities for the students to save their money. Thank you very much. Yeah, из города Шуми, вот выиграл $400, учусь в банковской академии, еду уже второй раз. Первый раз очень понравилось, вот решил попробовать второй раз поехать. Спасибо за такие розыгрыши. Здравствуйте, я Марина Иванова. Я первый раз выиграла $200. Надеюсь, что это следующий. Всем желаю в следующем году участникам тоже удачи. Спасибо большое за это. Добрый день, меня зовут Максименко Алина. Я из Винницы, учусь в Киевском национальном лингвистическом университете. Еду в Америку первый раз, во Флориду. Вот и выиграла $200. Я зовут Алина, я из Киева. Выиграла первый раз $200. Я Бартащук Дмитро, я з міста Дубна, я виграв $50, учуся в Кневому на третьому курсі, їду в Флориду по новості Дерево. Звати мене Володимир, я тут перший раз, я з міста Суми, учуся на п'ятому курсі Банковської академії Греческого факультету. Дякую. Мені звати Марина, Меня зовут Дима, я из Кировограда. Второй курс, учусь на переводчика, еду первый раз, выиграл $200. Большое спасибо. Добрый день, меня зовут Ивана Люда, Миша Лучка, еду первый раз, выиграл $200, дуже рада. Здравствуйте, меня зовут Али Хасбек, я из Национальной академии налоговой службы Украины, я из города Ирпеня. Лечу первый раз, на третьем курсе учусь. Спасибо за предоставленную возможность, выиграл $50. Здравствуйте, я город Сокольник, Шенкия, Борисия, 4-й курс. Очень довольна, скидка $50. Здравствуйте, я зовут Александра, я город Сокольник, $50. Меня зовут Дарина Кратенко. И еду первый раз в США. Мне посоветовали эту компанию, друзья уже, которые ездили. Спасибо CIB большое за скидочку $50. Меня зовут Владимир, я выиграл $50. Я еду в Америку в третий раз. Я из Киева. Я из Сумы, из Банковской академии на втором курсе. В США еду первый раз, на Аляску. Выиграл $50. Спасибо, санки. Здравствуйте, меня зовут Артур, я учусь в Хаге. Я третьего курса, первый раз еду в Америку, на Аляску. Спасибо большое за $50, было очень приятно. Меня зовут Григорий Тищенко, я из Сумы, из Банковской академии, учусь на третьем курсе, еду первый раз, выиграл $50. Всем привет, меня зовут Игорь, я из областной столицы Украины, города Суми. Я учусь на третьем курсе. Наша жизнь лотерея, так что участвуйте. Спасибо большое организаторам. Мне сегодня попустило. Киев я еще не ездил. Всем добрый день, я Рубер Роман, я з Мадлендичої міста Порядку Хмельницький. Навчаюся на третьому курсі мовної літератури. В Америку їду перший раз, і сьогодні мені пощастило виграти $50 книжку. Здравствуйте, мене звати Кристина, я із Суми, вчусь на третьому курсі. В Америку їду перший раз, і сьогодні виграла $50. Меня зовут Елизавета, я из Кировограда. Первый раз участвую в этой программе, но надеюсь, что будет очень здорово, потому что это уже хорошо, что я выиграла $50. Спасибо за это. Всем привет, меня зовут Дмитрий, я еду второй раз в CIB, очень нравится, живу в Киеве, учусь в транспортном университете на третьем курсе. Желаю всем удачи. Всем привет, меня зовут Саша, еду второй раз в России, в CIB, учусь на третьем курсе, на пятом курсе Харьковского политеха, выиграл $50. Всем спасибо. Всем привет, меня зовут Катя Соколенко, я из СУ, учусь в Банковской академии, второй курс. Большое спасибо компании за то, что я выиграла их $50. Всем удачи. Всем привет, меня зовут Карина, я из Шумы. Я еду первый раз в Америку с компанией CIB. Спасибо большое, Романюша. Меня зовут Саша Дюмова, из Житомира, еду для CIB 3 раз, 5 раз. Спасибо за $50 скидку. Всем советую